Привет всем! Меня зовут Валентина Вленти. Сегодня я для вас подготовила обзор продукции, которой я буду пользоваться. Если вам такие подобные видео интересны, оставьте, пожалуйста, информацию об этом мне в комментариях. Также у меня сейчас не настроен график выхода моих видео, и котовлогов тоже. Подпишитесь на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Значит, перед вами лежит дезинфекция зубной щетки. Ну, как-то так, я сомневалась за 90 секунд, почти 100% бактерий. Почитала инструкцию, конечно, она меня очень убедила. Ну, в первое то, что убедила, что это не китайцами сделано. И, конечно, в Китае сделано, но разработано в Америке. Значит так, на первый взгляд, вот это вот такая коробчуха, не такая уж она и простая. С ней нужно аккуратно пользоваться. Когда я ее только взяла в руки, я сначала не могла понять, почему вот тут здесь вот как-то USB-шка, как ее, чтобы там подцепил, и пускай она себя заряжается, постоянно будет под напряжением, да, чтобы, ну, там, зарядил, не зарядил, в общем, но оказывается, это сделано не просто так. Также она вот снимается, вот эта крышечка, она на магните. Сверху вот есть клейкое такое вещество, вы можете его прилепить на стену, на стекло, где вам удобно. Вот индикатор, мы к этому вернемся попозже. Вернемся к инструкции. Если вас заинтересовала эта продукция, вы можете более подробно ознакомиться вот тут здесь на сайте. Ну, ты тут зашел, чтобы тебя тут подшупник тебе дать. Иди уже отсюда. У меня, дорогие зрители, почти 12 часов ночи, там за дверью муж спит, я тут говорю, и гусеныш еще не туда, не сюда. Так вот, на чем я остановилась. Вот есть вот информация, да, которую вы можете почитать. Значит, вот этот ультрафиолет, он достаточно опасен, он не должен попадать в глаза, на кожу, от этой штучки, чтобы не было доступно животным, детям, несмотря на то, что есть здесь защитная функция, что даже когда он работает, ну, крышка открывается, ультрафиолет прекращает работать. Ну и приступим к быстрому обзору. Значит, вот так выглядит эта штучка. Сейчас он работает. Значит, открыла, не работает. Закрываю. Опять работает, так как заявил производитель все инструкции. Все работает. Значит, вот эта штучка. Там заряжается вон, зарядка через USB-шку. А вот тут здесь вот такие есть резиновые штучки, которые придерживают зубную щетку. Сама крышечка, она на магните. Ну, очень легко открывается, но магнитик придерживает. Ну и, собственно, все, как все, что вот это вот выглядит. Я ее прикреплю или на стену, или на стекло. Еще пока не придумала. Если честно, прикреплять то особо и не хочется. Может, придумаю каким-то другим вариантом, потому что у нас съемная квартира, а я надеюсь, что эта штука будет работать до конца жизни моей. Вот. Ну все, мои дорогие зрители. Если вас заинтересовала вот такая штукенция, заходите на сайты и приобретайте. Все, люблю вас, целую, скучаю. Пока.